Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем походить с Карим. Бороться с этими вампирами. Ну чё? Это наша новая спутница. Она вампирша, древняя. Я читала про список. Солитюда, но не думала, что она такая большая. Ладно, всё, пани тебя. Погнали. О, у нас лук с собой. Ну да, мы дракона убили. Блин, мы дракона же убили. У нас дофига вещей, как всегда, да? Ладно, фиг с ними. Пойдем, я думаю, тазов там цен будет. Если будет, возьмем. В основном у нас доспехи. Воробья. О, воробья. Ну да. Соловья, вот точнее, Вова. Вспомнил. Ну это мы, кажется, уже проходили это дело. А нам надо другое место. Что это такое там? Снег что ли какой-то? Хоть тишина и покой наконец-то. Тут драконы разлетались здесь. Ты бежишь за мной? Да, бежит. Может быстрее? О, вот это красота, сияние. Так понимаю, да? Вот она, красотища. Так, нам сюда. Чего она здесь сделала? Псина тупая. Здорово, собака. Говори быстрее. Это такая-то. Тебе от меня что-то нужно? Приветствую. Мы направляемся в святилище Кинарет в Вайтране. Я слышала, что ожившее великое древо стало теперь еще прекраснее. Говорят, если отведать его плодов, это продлит тебе жизнь. Понятно. Таня. Ты что, в кустах остановился? Лошадь. Мне нечего тебе сказать. Иди прочь, или я прикажу страже с тобой разобраться. То он всё ж один здесь. Я не боюсь его вообще. Знатный человек какой-то, очуметь просто. Это просто, если я был вором. Ну, я так вор. Чтобы его ограбить, он себя так понимает, да? Вот такая фигня. Так, готово. Я здесь. Ну, я думаю, скорее всего, нам надо... Таверна. Они по-любому что-то знают. Я чую, ты не из нашей породы. Надеюсь, ты не принесешь нам беду. А что тут можно спросить? Может, еще свидимся. Здорово, вампирша. Глаза вообще просто... Ух. Так, а где эта херня? Ярла, но брюхо набьешь. Иди, Пеня. Смотри, не взлетайся, он тут главный. Кто? Смотри, не взлетайся, он тут главный. Кто главный-то, не понял. Как искать того? Нужно держать ухо востро. Проклятые драконы могут броситься на нас а в вот. Любой момент. Имперский солдат. Не знаешь, не заходил ли драконный мост жрец материка? Так это был жрец Мотылька? Он проехал через город не так давно, в сопровождении эскорта солдат. Они, не останавливаясь, поехали на юг через Драконий мост. Супер. Ладно. Спросить у жителей Дракона моста, не видели? Один по дороге. Иди на юг. Что-то я не понял. Это чё? Смотрите, жители, понятно, пройти по дороге, ведущей на юг от Дракона моста, в поиске северной жрица. На юг. Ну вот на юг. Опять собачка здесь. Здорово, собачка. Что-то собак дофига стало, а? Ну, пойдем на юг, значит. По мосту. Таниками, нифига себе здесь, нифига себе здесь. Что-то слишком странно, мне это не нравится.
Пройди по дороге, Ювый Дракон, поиск свежеца. Опа-на, вот это поворот. Вампир. Записки вампира. Золото, отмычки, прах вампира. Что еще есть? Слышь, твои здесь побывали, да? Запись вампира. У меня для тебя новое распоряжение. Организуй засаду Южного Драконьего моста. Отведи жреца Матрика в укрытие старейшин и держи там, пока я не починю его волю. Майкл. Слышишь? Осмотри место схватки, прочесть записки и освободи жреца. Ну, я смотрю это и чего? Лошадь пустая, не вяло, что лошадь еще сожрали. Да чумит, ты это видела? Иди сюда. О, что это? Я хочу, у меня с тобой думаешь, нам надо разделиться. Жди меня здесь. Не, это все фигня. Ерунда, ну погнали. Да, ну погнали дальше, значит. Тут такой поворот. Что-то странно было. Значит, он жив еще, это хорошо. А тут что это такое? Дневник вам. Дневник продавца. Не, мне это не надо, ничего. А это кто убил ее? Так. Да хранит нас Мара. В конце было написано. Я чё, пещера рядом, что ли, находится? Здесь? А вот это кровь. А это кровь, интересно. Она прямо показывает, куда надо идти. По крови. Офигеть просто. Ну что, пойдем сюда? Ты не боишься? Я думаю, нет. Так, ранения пошли. Пока потихонечку. Изучаем скрытность. Опа-на. А это что это такое? Местность знакомая. Блин, ты меня так напугала. Это твое место? Где тебя носило? Где меня носило? А, да, где меня носило. Вот она фигня какая-то. Готов. Я чё, не погибла? Офигеть просто. Ну чё он тупит, эта собака дурацкая? Вот и всё. Готово. Снова будет сохранение. Не, это, братья, не будет ничего из этого. Грибочку возьму здесь. Интересно, смогу его видеть? Нет. Стрепаний. Тихо пробираемся.
костерчик. Большой костерчик. Надо будет сходить. Опа, я ключом. А ты еще откуда? Нифига себе здесь. Нифига, ты вампир-маг, что ли? Откуда? А ты еще откуда? Опа-на. Ты меня пофигу. Стрелять-то больно все-таки, падла. Так, Орч, стрела, Эль. Лечимся. Прокачимся, восстановление на полную. Так, берем опять луки. Не-не. Эти магический барьер. Что за жрец мотылька? Откуда они вообще взялись? Кто там? Да ё-моё, а. Нифига себе маг, бля. Вот это магия. Сирена. Будь жива. Это сила. Че за фигня вообще была? Че такая за сила ты такая, а? Неугомонная. Враг вампира обязательно берем. Какая есть сила. Так, че это такое? Че я подобрал? Фигу знает, что я подобрал. А, сейчас сделаю. Все, ты больше ничего нету. Нифига себе, я могу поспать в гробу. Вот это да. Вот это супер вообще просто. Твой хозяин погиб, и его враги заплатят за это. Побороться. Что ты творишь вообще, а? Идиот, блин. Угомонись-то, ё-моё, а. Давай оружие берем. Вот это. Ты не видишь, что я как одет я? Какой нафиг, блин, а? Так, оружие. Славлинный. Какой нафиг славлинный? Меч и щит. Стой, стой! Я остаюсь. Это не со мной. Тебе пришлось сражаться. Я не потерял разум, но не мог контролировать свои действия. Спасибо за избавление от мертвой хватки этих вампиров. Я у тебя в долгу. Благодарю за спасение. Ты в порядке? Да, в полном порядке, благодаря тебе. Меня зовут Диксион Ивик.
Я жрец мотылька из башни белого золота. Эти вампиры утверждали, что я им зачем-то нужен, только не говорили зачем. Наверное, надеялись получить за меня выкуп, идиоты. Да, я знаю, зачем ты им понадобился, потому что ты нужен и нам для той же цели. Неужели? Надо же, как загадочно. Мы именуем себя Стражи Рассвета. Нам нужно, чтобы ты помог нам древним свиткам. Я все объясню позже, сейчас нам просто нужна твоя помощь. Время очень дорого. У вас есть древний свиток? Поразительно. Если память мне не изменяет, Стражей Рассвета назывался Древний Орден Охотников на Вампиров. Я буду счастлив помочь тебе с древним свитком. Только скажи мне, куда идти? Ты найдешь нас в форте Стражи Рассвета возле сигнальной башни Стендар. Хорошо. Я поспешу туда, пока не появились новые вампиры. Нам туда же, да? А ты чё? А, вот ты где. Я думаю, ты погибла нафиг. Таким натиском, ё-моё. Да. Это пироги. Чё здесь есть? Ё-моё. Ё-моё. 15%. Тут всё можно подобрать. Ну всё, тут больше так, я так не там понял, ничего нет, да? Наверху ничего нет у нас. Не, наверху у нас ничего нету. Здесь то же самое. Тут можно поспать. Я не хочу спать. Так, быстрее. Ну также здесь можно было пройти. Ну все, тут больше ничего нет такого. Да? Это даже что это такое? И мне показалось. Не, мне показалось. А, или стрела прибавляется, понятное дело. Все, мы убили всех вампиров, кто тут был. Это замечательно. И что, теперь у нас башню рассвета надо, я так понимаю, да? Ну, сначала я думаю, учу себе вот этот... Как называется-то? Сейчас. Тебе домой надо. Можно так сказать. И кости убрать. Потому что они слишком много весят. Можно так сказать. Так, карта. Поместье свое. Вот она здесь находится. Интересно, тут тоже вампиры может будет атаковать меня или нет? И покой здесь. Как хорошо. Вот я здесь живу. Нормально, Сирена? Так. Опа-на. А я стимул забыл убрать. Ну ладно, ничего страшного. Так, разная. Бриллиант, ничего себе здесь. Гранат, кости, чешуя. Нет, ты не уберешь. Так, глаз тоже не уберешь. Да, вот это тоже уберем. Факел пусть будет. Так, это понятно. Это тоже уберем. Ну все. А не, даже давай я шлем еще сюда засуну. Все надевать их не буду, нифига, да? Вот это уберу. Пусть остается, продам. Вот он. Шлем. Эльфийский шлем.
Все. Замечательно. Погнали отряд. И пойдем сразу туда. Долго мы ходим туда-сюда. Так, да, нам сюда надо. Все, будем выяснять, кто что будет начинать. Он будет выполнять этот что, древний свиток читать, начинать. Да, вот. А ты откуда появилась? Ну ладно, не важно. Меня поразило, что тебе удалось так быстро найти жреца-моделька. Ну что, свиток у него? Все готово? Есть совет, где начинаешь охотить на вампиров? Стоит запомнить одну простую вещь. Давай. Если допустишь оплошность или зазеваешься, тебе конец. Из-за тебя погибнет много хороших людей. Я все еще жив, потому что не рискую зря. Заметаю следы и всегда начеку. Если у тебя есть голова на плечах, ты последуешь моему совету. Окей. А, ты можешь научить тебе меня. Как минимум хватает ума совершенствоваться. Я покажу тебе то, что умею. Понятно все здесь. Да пусть будет. Ну чё, 31-ю получим? Или нет? Не, не получим 31-ю. Или да? Не. Ты можешь сказать мне побольше про прошлом? Что за это место? Чем могу я помочь? Ладно, ну что, свиток у него? Чтение? Все готово? Да. Дай старику знать, когда можно начинать. Ну, пойдем. А вот ты где. Я могу чем-нибудь помочь? Хорошо, что ты добрался сюда без приключений? Ты знаешь о древних свитках? Не так много, как мне бы хотелось. Десятилетия я посвятил изучению древних свитков, и все же они остаются для меня загадкой, так же, как и для других моих братьев по ордену. Мы так и не знаем, ни откуда взялись эти свитки, ни кто их написал. Мы знаем лишь, что некоторые люди рождаются с даром чтения древних свитков. Эти немногие избранные могут прорицать события из прошлого и будущего, читая свитки. Хотя со временем это вызывает слепоту. Боюсь, что больше и рассказать нечего. Даже сегодня древние свитки остаются тайной. Вот как. Это вот делают эти обливионы. Есть такие люди, которые там говорят, читали. Ну ладно, это не важно. Это у нас Карим. Типа это особо много не знаю. Ну что, чем именно занимаются жрецы Матрика? Изучать древние свитки — наш священный долг. Мы читаем эти древние пророчества, чтобы прорицать будущее, и используем наши знания, чтобы помогать императору. Иногда мы отправляемся странствовать по миру, чтобы найти новые свитки для библиотеки башни Белого Золота. Именно с этой целью я и приехал в Скайрим. Башня Белого Золота? Это шпиль в самом центре имперского города, одна из самых высоких башен в Тамриэле. На нижних этажах располагается имперский совет, а на верхних этажах – орден жрецов Мотылька. Башня сильно пострадала во время последней войны с Альдмерским доминионом и теперь уже не такая, как прежде. Надеюсь, когда-нибудь я еще увижу ее в полном блеске былой славы. Хорошо, ты... Что ты добрал сюда без приключений, Дрексион? О, мой драгоценный спаситель, как я рад снова тебя видеть.
Что, мои товарищи, достойно тебя приняли? Ну, это не совсем то гостеприимство, к которому я привык. Но этот твой изран снабдил меня всем необходимым. И должен отметить, это замечательная крепость. У меня есть коллеги, которые бы с удовольствием занялись изучением этого форта. Ты готов прочесть древний свиток? О, разумеется. Посмотрим, какие тайны он нам откроет. А теперь прошу всех соблюдать тишину. Мне нужно сосредоточиться. Предо мной видение. Это образ великого лука. Я знаю это оружие. Это лук Ауриэля. А теперь голос шепчет. Среди детей ночи возвысится ужасный властитель в эпоху смут и раздоров. Когда драконы вернутся в мир людей, тьма смешается со светом, ночь и день станут едины. Голос слабеет, слова путаются и искажаются. Но подожди, тут есть еще кое-что. Тайна силы этого лука записана где-то в другом месте. Я думаю, есть еще части пророчества в других свитках. А теперь я вижу. В одном описаны древние тайны драконов, в другом говорится о могуществе древней крови. Взор мой слабеет, и я больше ничего не вижу. Чтобы прочесть пророчество целиком, нам понадобится два других свитка. Мне нужно отдохнуть. Чтение меня утомило. Давай, старик, тебе нужен отдых. Ну что это такое? Мы можем поговорить пару минут? Да, давай. Давно хотел с тобой пообщаться опять. Что у тебя на уме? Это не может подождать. Это жрец мотылька Диксион. Он сказал, что нам нужны оставшиеся два древних свитка. Думаю, я знаю, с чего начать поиски. Да, почему ты раньше мне ничего не сказала? Половина народа в твоей маленькой команде скорее убьет меня, чем станет разговаривать. Не лучшая обстановка для откровенных разговоров. Мой отец встретил меня теплее, а это уже о многом говорит. В чем дело между нами двумя? Наши пути разошлись, когда он решил, что его судьба — выполнить то пророчество. Не думаю даже, что он видит во мне дочь. Так, скорее, инструмент. Ну и где этот древний свиток? Нужно найти Валерику, мою мать. Она определенно должна знать, где он. Если нам повезет, он у нее. Ты говоришь, что не знаешь, куда она отправилась. Во время нашей последней встречи она сказала, что спрячется в безопасном месте. Там, где отец не будет ее искать. И больше она ничего не добавила. Но она так сказала, это там, где он не будет искать... Словно хотела привлечь мое внимание к этим словам. Похоже, она проявляла осторожность. Мы не можем терять время на шары. Возможно, твоя мать тебе не доверяла. Может быть. Я не могу только понять, почему она это так сказала. Помимо всего прочего, я не могу представить, где мой отец не стал бы ее искать. У него было столько времени. Есть идеи? Она прячется у Стражи Рассвета, заперта где-то подобно тебе, в замке Волх Кирар. Они встретили бы ее еще менее приветливо, чем меня. Была бы кровавая резня. А поскольку Стражи Рассвета все еще здесь, этот вариант отпадает. Есть еще мысли? Заперта где-то подобно тебе. Она говорила, что будет бодрствовать на случай, если ситуация разрешится. Одна из нас должна была, а она куда более могущественна, чем я. Вполне логично было, что осталась она. Что-нибудь еще? А, в замке, да? Погоди-ка. В этом есть смысл. В замке есть внутренний дворик. Я когда-то помогала ей возиться с садом. Все ингредиенты для наших зелий были оттуда. Она всегда говорила, что отцу это место не по душе. Слишком спокойное.
Не слишком ли рискованно остаться в замке? Безусловно. Но мою мать так просто не испугать. Хотя, я не думаю, что мы просто так пойдем и там ее увидим. Но посмотреть стоит. В главном ходу нас не пропустит. Точно. Но я знаю, как попасть во двор, не поднимая шума. На северной стороне острова есть заброшенная бухточка. Прежние хозяева замка пользовались ей для завоза припасов. Туда выходит старый тайный ход из замка. Думаю, мы там пройдем. Пойдем в секретный ход в замку. Честно говоря, мне кое-что еще надо сделать. Это на той стороне замка. Вперед! Ну все, это значит, все оно есть, да? Давайте чик попаем, мужики, до свидания. Магическое оружие теряет силу каждым успешным ударом. Понятное дело. Я не то нажал я. Это кто такой? Я не помню. Хоть бы вампиры напали на нас здесь. Не пришлось бы бегать по их норам. О, вообще супер. Так, карта. Вот опять этот дурацкий замок. Не. Что-то как-то странно карта. А, ну понятно теперь. Она повернулась чуть, да? Да, поворачивается она чуть-чуть. Ну ладно. На этом мы остановимся. Увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи. И других прохождений. Всем пока.